Россия многое позаимствовала у Казахстана. Порядок назначения губернаторов, избрание депутатов по партийным спискам, программа 2020. Сегодня во Дворце независимости на все лады рекламировали отечественный опыт. Так в столице начали готовиться ко Дню Конституции. Как заявили спикеры, в Казахстане главный закон – один из самых демократичных. Благодаря этому страна движется к светлому будущему семимильными шагами. Критика же международных институтов зачастую безосновательна, говорит член Конституционного совета Анар Жилганова. Она отмечает, нужно учитывать местный менталитет и особенности культуры, на что иностранные организации не обращают внимания. Между тем, Казахстан, с жаром заявляли выступающие, опережает в некоторых вопросах своих соседей. Николай Акуев, профессор Академии государственного управления, приводит в пример аналог Самрук-Кызыны, Российский фонд народного благополучия. И даже Поднебесная империя не брезгует изучать казахстанское законодательство. Без мудрости лидера нации такие достижения были бы невозможны, резюмирует профессор. Наша Конституция имеет заметное влияние среди других стран. Она стала узнаваемой. Ее изучают, стараются перенять опыт нашего государства.